Внутри красиво и чисто, но тихо и одиноко. Большой игровой зал для самых маленьких зрителей на втором этаже еще безмолвствует. Аттракционы отключены, и ни смеха, ни криков детей. Но вот двери открываются, и посетители вкрадчиво заходят. Дневные сеансы – искушенное лакомство для свободных во времени. Одними из первых сюда поспешили Анастасия и Дмитрий. Ждали, когда кинотеатр снова откроется? Да, конечно, ждали. Нам очень удобно сюда ехать. Мы 15 минут и рядом. Ровно год назад, когда Первомайский после многолетней реконструкции открыли впервые, они уже успели оценить киноцентр. Ну, во-первых, все новое. Удобные кресла, большие удобные экраны новые. Новая система акустическая, очень классно. Очень понравилось. 3D очень хороший. Обновленный киноцентр – это 6 кинозалов и 3 универсальных зала. Все вместе они рассчитаны на 800 зрителей, и это рекорд для Омска. Оборудование установлено современное и дорогое, на 50 миллионов рублей. Зато управлять показами можно даже с планшета. А для посетителей удивительно, что на кассе продают и попкорн, и билеты. Наталья только устроилась сюда и сразу вышла на работу. Очередей пока нет. Да, лего-фильм. 4 места занято. В четвертом кинозале 4 зрителя. Молва о новом открытии киноцентра только пошла. Юлия уверена, что уже через пару недель на сеансах будет мало свободных мест. На самом деле я была уверена, что он начнет работу, потому что столько трудов вложено и только оставалось ждать, когда все это разрешится и когда, ну, в общем-то, запустится. Вот. Конечно, время было бы лучше, если бы раньше. У нас большой спальный район, таких мест не хватает, люди ходят с удовольствием. В феврале прошлого года после сдачи объекта его почти сразу закрыли. В тот день пришедших на сеанс зрителей вывели на улицу прямо посреди фильма. Мэрия отозвала разрешение на реконструкцию, обвинив концессионера, мол, договаривались на реконструкцию, а вы тут еще что-то пристроили. Однако официальной версией закрытия стало нарушение правил пожарной безопасности. Но теперь оценить дизайн в стиле конструктивизма и атрибутику первомайского праздника могут все желающие. Официальное открытие Первомайского намечено на 14 февраля, день всех влюбленных. Впрочем, настоящих киноманов и поклонников киноцентра ждут здесь уже сейчас. Евгений Нефанов и Андрей Кузьмин, Антенна 7.